отсвечивается. Тогда надо отодвигать модель от фона. Да, а у нас тогда желтый, да, уйдет. Как? Нет, желтый оставляем, а красный вместе с моделью двигаем. А тогда у нас желтый уйдет. Давайте попробуем. Сквозь, вот оттуда. То есть это два задних света. Что здесь сзади. Это два задних света. Угу. Ну, практически они там, как сказать, симметрично друг к другу расположены. Может, первая роль его была где-то так, а? Делай бэкстейдж, когда он орёт. Света, который светит ему в лоб. Как вы этом... сзади фотограф встанет. Ну, либо перед. То есть, если вы встанете перед светом, я вас уверяю, вы его не перегородите. Вы не Халк, да, не такой огромный, что вы. Вот. Соответственно, как это, да, можно считывать? По тени от носа, тень от подбородка, и плюс всегда есть блик в глазах, который указывает примерное расположение света. Еще какой прибор там был, можно посмотреть. Ну, можно, да, сейчас вот так сделаем. Короче, поняли, да? Блик в глазу, как правило, всегда подсказывает нам, с какой стороны стоял свет. Угу. Всегда есть блик в глазу. Ну, а здесь тоже. Ну, да.
Здесь круглый. Ну, кстати, вот, к этой фотографии вот так сильно, так сказать, да, не, это картинка. То есть нарисованная от руки. Гуашь. Это не фотография. Это картинка. Поэтому здесь рисовать могли все, что угодно. Но нам это нужно для того, чтобы попытаться сымитировать.